Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте. Сейчас мы выполним 611 упражнение. Нужно прочитать начало главы 2 повести Пушкина Дубровский, найти устаревшие слова и определить, почему они перестали употребляться в речи. Давайте прочитаем. Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Вслед за ним приехал и Кирилл Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Итак, устаревшие слова «купец», «присутствие уездного суда» и «писаря». Они перестали употребляться в речи, потому что исчезли понятия, которые они называют. Отдаленно можно сказать, что купец сейчас это торговец, а писаря это секретари. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.